ближайшую субботу встречаем, что называется, в форме. Спортивными достижениями и подвижными играми отмечаем Общероссийский день физкультурника. Но в преддверии этого дня у спортивной школы торжественно открылась площадка для сдачи норм ГТО. Смотрим. Они пока только готовятся сдавать нормы ГТО. 50 юных спортсменов под руководством преподавателей. Теперь сделать это можно на новой площадке. Перед торжественным открытием легкая разминка. Она помогает слегка остудить накал спортивных страстей. Но сразу после официальной части азарт берет свое. Держишься и пошел. И, не-не-не, руки за голову, руками помогай. ГТО в шутку называют витаминами роста. Теперь заряд бодрости можно получить на свежем воздухе. Новая площадка у нашей спортшколы открылась не случайно. Клин вошел в десятку лучших округов по сдаче норм ГТО. Это немаловажный, конечно, показатель. То есть в любом случае то руководство, которое находится в Минспорте, оно же смотрит на динамику, смотрит, как ставить такие комплексы, допустим, где он совершенно не нужен и не будет востребован. Конечно, лучше туда, где оно будет использоваться, а не там, где оно будет просто стоять. Не только юные спортсмены смогут штурмовать Олимп ГТО, а буквально все желающие. Кстати, на открытии глава района принимала площадку и блестяще сдала одну из норм. Сейчас на базе спортшколы занимается более 1000 спортсменов. Скорее всего, все они попробуют свои силы на новой площадке. Также сюда будут привозить группы из других образовательных учреждений. Виктория Лимаева, Иван Першин, Дмитрий Кириллов. Новости дня.